Дом-2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Отношения Кати Кауфман и Ильи Ебарова держатся на трех китах – сексе, еде и его песне «Роза чайная». А с образованным Валерием Блюменкранцем девушке гораздо интереснее. Можно поговорить о литературе, философии, истории. К тому же с ним Кате не придется вечерами исправлять орфографические ошибки в его постах для соцсетей. Остается ждать, пока у Валеры вновь отрастет борода. Без нее Кауфман его как мужчину не воспринимает. Как так? Ведь Илья и Катя собирались вскоре пожениться. Из последних слов Кауфман стало ясно, что для нее свадьба всего лишь штампик в паспорте, фуршет и платье цвета шампань. Причем все это не навсегда, ведь развестись можно в любое время. Глеб Жемчугов сообщил, что Оля забрала сына, а ему сказала оставаться здесь. Это конец нашей истории на проекте, однозначно, но это не конец жизни, написал Жемчугов. Алиса Огородова пожелала Олегу Бурханову победы в конкурсе на «Острове любви». Ребята уже успели провести время вместе. Никто не сомневается, что Огородова переспала с Олегом. Девушка хотела остаться на Сейшелах и продолжить отношения с парнем, но ведущие не разрешили остаться. Саша Вейс давно звал Сашу Перетятко посмотреть вместе фильм. Она всячески открещивалась, но вот наступил момент, когда Эль собрала вещи в очередной раз и ушла из комнаты. Тут же Саша пришла, даже со своим ноутбуком, посмотреть фильм. Интересная новость сайта Шлок. Сегодня у девушек на острове было последнее лобное. Почти все хотели остаться. Как стало известно позже, всех отправили домой. Рапунцель никак не может прожить без внимания новенькой Эрны и постоянно задевает девушку. Рапунцель говорит, что в себе уверенная, а сама нервничает, когда Дима смотрит на Эрну. Ирина Пинчук пожаловалась: «Ребят, я не понимаю, что сейчас происходит, но такое ощущение, что на данный момент придумывают все, чтобы наша пара не выиграла. Какие-то слухи непонятные про меня и Олега. Если есть какие-то вопросы, то спросите у меня». Не так давно поклонников ведущей новостей о Доме-2 Кати Жужи потрясла неожиданная новость. Она рассталась со своим супругом Олегом Винником. Об этом сообщил сам мужчина в своем микроблоге. Он попросил не беспокоить его вопросами о личной жизни. Как выяснилось позже, между Катей и Олегом просто возник конфликт, который они смогли уладить. Теперь между влюбленными вновь воцарился мир, а Катя и вовсе заинтриговала публикацией о предстоящем бракосочетании. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.